Фобин сочел в 1938 году. Авторские права-то все у вас. Но только 20 лет спустя писательница приехала в Лос-Анджелес, чтобы при личной встрече обсудить съемки фильма. Ну и где мистер Дисней? Подождите. Фильм «Спасти мистера Бэнкса» рассказывает об этом историческом визите. «Спасти мистера Бэнкса» — это фильм о пути Мэри Поппинс со страниц на экран. Выбирая актрису на роль Памелы Трейлер, создатели фильма исходили из того, что это сложнейший персонаж. В моих произведениях просто-напросто нет места к любитам, песнопениям. Для актрисы эта роль интереснейшая. Смысл нюансов и оттенков. Многоплановая и многогранная. О боже. Двукратная обладательница премии «Оскар» Эмма Томпсон с чувством юмора и большой теплотой показала на экране характер героини, буквально скроенный из сплошных противоречий.